купил себе мотоцикл BMW 126 литров заправки. На нем можно проехать 260 километров. Это просто топчик. Мне этот дом кажется немного знакомым. Точно, это же дом соседа. Помните, я его спасала? Тут дом. Тут дом. Блин, тут вообще тут комната. Больше я помидор не буду есть. Давайте посмотрим вообще, вдруг там что-нибудь есть. Пицца! Один кусочек пиццы. А дата какая, наверное. Давайте посмотрим. А, тут есть коробка, да. А, так он еще как 3 дня не просроченный. Только через 3 дня просроченным будет. Ладно, окей. Жарим. О, пицца. Какой вкусный кусочек пепперони. Ой, фу, что-то он не вкусный. Он что, из мыши делан? Ладно, я пошел. Опять этот шпендик. Лучше сядем. Да, нужно сесть. Так, тихо. Тихо, максимально тихо. Он берем диван. Сосед, получи. Сосед, не надо. Убивать меня. Какая-то новая секретная комната. Так, что там? Нужно узнать. Почему никак сюда нельзя пробраться? Ой, а что тут интересного есть? Как мне обратно выбраться? Фу, все, я выбрал. Ах ты ж. Ну ничего. Сосед, может не надо так жестко? Делай Марджини. Эх, сосед да, опять не закрыл. О, я, кажется, что-то нашел. Это что такое? Энергетик. А откуда только через месяц будет просрочен? Выпиваем. Теперь я коль энергетичный. Теперь я убью этого соседа. Ай, ты сильный. Я как флэш. Ладно, хорошо, на 10 минут. Так, хорошо, что-то у нас. На подвале уже никого нету. На кровь он, по-моему, очистил ту самую. Я слышу что-то в компьютере. Что-то правда слышу, вы тоже это слышите? Что это за звуки? Так. Может попробуем открыть? Блин, у меня нет ничего. Точно, помните, что тут молоток есть? Давай. Что есть? Что с тобой? Ладно, мы можем пока открыть эти доски. Отколотили доски. Все, можем. Отколошмативаем стену. И тут есть какой-то ключ от... Чего?
Еще какой-то ключ снова. Блин, ну тут никак не обойтись без лестницы. Сосед оживет через одну минуту. Блин, нужно быстрее искать лестницу. Ух! Она в моем доме? Подождите, максимально странно. Окей. Ай, почему? Ай, ай. Ладно, берем с собой ключ. Давай, и теперь идем. Ай! Почему? Сосед оживет через полминуты. А! Быстрее, 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 быстрее! О, я проснулся наверх. Сосед ожил. Кто это там за сранье слазит наверху? О, нет, кажется, он меня попалил. Нужно быстро кинуть что-то в него. Эй, сосед, лови аптечку. Сосед оглушен на одну минуту. Так, у меня есть шансы. Вертолет? Зачем он мне? Блин, он кажется очень сломанный. Нужно по-быстрому найти. Так он еще и разряженный. Сначала нужно найти пауэрбанк. Потом найти много бензина. А потом нужно найти оставшиеся стекла. Так, давай я попробую сам подбросить. Не, ничего не получилось. Снова пробуем. О, получилось. Что это за лифт? И пауэрбанк какой-то. Кажется, это... Сначала открываем ключ, это как раз таки, наверное, есть пауэрбанк от этого. Что там? Что там может быть? Меня уже нечем не удивить. Огонь. Из огня же можно. А мы же знаем, что огонь плюс грязь. Получается бензин. Мне нужно срочно искать грязь. Точно, помню, у меня дома есть же эта грязь. Вот она. И теперь сравниваем. Отлично, мы получили немного бензина. Теперь этим бензином нам надо... Так, окей, мы подзарядили, и теперь находим наш пауэрбанк. Где пауэрбанк? Мы его, конечно, вскрыли, но ничего страшного. Ура! Теперь нам найти стекло и постараться это как-то закрепить этим стеклом. Это... Наверное, непонятно объясняю. Вот. Делаем дверь, чтобы сосед не мог пройти. Так. Телек мы тоже выбрасываем. Все, вот, теперь только вот так он может пройти. Я могу пройти. Так. Точно, камера! Кажется, скорее разбилось телек. Да, телек разбился, но он работает немного, ну ладно. Вытаскиваем осколки. Ну, как-то так, у нас уже что-то получилось. И теперь попробуем молотком разбить те штуки. Давай, все, я разбил. Ура, и наконец-то мы освободили. И теперь мы сваливаем от соседа снова. Ура! Сосед, кстати, желаем тебе удачи. Что тут миниган есть? Вау! Все, улетаем в далекие края от соседа.